Добрый день! Представляю вам женские мюли итальянского бренда Тири Рабатан. Верх модели выполнен из натуральной кожи ягненка, одного из самых мягких и эластичных видов кожи. Она быстро сядет по ноге. Мюли не придется долго разнашивать. Модель украшена тканевым бантом с металлической деталью. Подкладка и стелька из натуральной кожи безопасны для стопы. Они препятствуют появлению мозолей. Материал позволит ногам дышать и меньше потеть. Внутренняя часть обуви представляет собой единое целое. Пришитая стелька не отклеится, не сомнется и не натрет ногу. Мюли идеально сядут по ноге. Обувь остается легкой, гибкой и не мешает естественному движению стопы. Подкладка нежно-голубая. На использование этого цвета дизайнера вдохновила наша планета. Именно такой оттенок вы увидите, если будете смотреть на Землю из космоса. Резиновая подошва прочная и устойчивая к истиранию. Танкетка высотой 3,7 см обтянута кожей в цвет основы, что создает цельный силуэт обуви и смотрится актуально. Пара подойдет женщинам любой комплекции и роста. Рельефный протектор улучшит сцепление с поверхностью и не позволит поскользнуться. Носите эту пару в стиле casual с платьем на запах длинный миди. Их также можно сочетать с укороченными брюками, блузкой и легким коротким кардиганом. Модель представлена в синем и черном цветах. Наслаждайтесь комфортом с вашими новыми мюлями Тири Рабатан.